Слушай, одна девочка, ее зовут в одну студию. Да. Она сходит с ума от нашего ковролина. Что делать? Но я не понимаю, почему она за ковролин. Мне кажется, он плохой, что он бедный, что он бедно живет с тобой. И что, какой вопрос о ковролине? Я не понял. Как ее успокоить? Ну, не знаю, пусть она придет сюда и убирает все. А, да, пригласишь убирать. Ну что, она что, уборщица, да? Работает уборщица, да. Ну, такие люди, да, действительно, они обращают внимание на такой вещи, что действительно надо... Слушай, а еще есть одна девочка, видите себя. Вот, я хочу сказать здрасте. Елена, привет. Так скажи, значит, она работает больше всего в студию, да? И обращает внимание на ковролин, да? Хорошо, да. А что тут делать? Пусть приезжает, нам нужно действительно уборщица. Уборщица, правда? Да, да. На сколько дней? Ну, несколько, я хорошо буду платить. Не-не-не, ну, я думаю, что все 10 евро достаточно. Ты думаешь? Она успеет приехать до Нового года? А? Она успеет приехать до Нового года? Да, может быть. Это все. Ну ладно, давай я сейчас напишу, предложу, приезжай прямо сам убираться.